Совет сторонников партии «Единая Россия» состоялся сегодня. На встречу пришли люди, представляющие различные общественные группы. Участники встречи обсудили партийные проекты, которые активно работают на территории Анапы. На сегодняшний день их 19. Каждый проект направлен на реализацию важных социальных, экономических и коммунальных программ. Совет сторонников партии «Единая Россия» обсудил дальнейшие планы партии.